Чат, как будто бы давно не было пузожителя. Хотите пузожителя? А то я что-то играю в доту давно, играю в доту постоянно. Как будто надо. Я 1000 лет на пузе не играл. Ебать, тут бы саппорт антимаг за... А, похуй. Саппорт антимаг тоже хороший, очень хороший. У меня вот на этом рейтинге очень нравится саппорт АМ, саппорт Сларк. Вот на Аксе как-то сложно. Вроде Акс должен нормально помогать, но Акс без тиммейта вообще не может. Если Сларк и АМ, они просто очень больно бьют, то на Аксе даже с Робофеномом ты в соло не затыкаешь никого. А тиммейты тут обычно такие, что им похуй на тебя. Саппорт Гуля через Дисперсер и Шард. Саппорт Гуля через 3D Далуса. Ну я могу вообще попробовать посаппортить Луне, но... Саппорт Гуля — это дресня какая-то, особенно пятерка. Я Радик на 45-й куплю примерно. Там будет сейчас стоять в Райскинг и Гримстроук, а я просто буду пизды по КД получать. Гуля я вообще не понял. Это мета сейчас такая. Чё говоришь? Говорю, мета сейчас такая. Понял. Ну, все, претензий нет, отлично. Лига еще жива. Странно. 30-го анонс же вроде будет, да? Блять, на самом деле, чат, вот я вроде хочу поиграть в пое. Типа. Но я думал, может, ты случайно пикнул, я уже так не хочу спекаться обратно в пое, вот честно. Я вроде хочу поиграть, но я так не хочу спекаться. Я честно хочу, чтобы лига была говном, я поиграл неделю и пошел обратно в доту. Я не понял, Гуля, что ли, пятерка? Да, это хорошая метовая пятерка сейчас. Друг, а что с тобой? Там крипы умирают. Раз ты АФК, я в лес тогда пошел. Слушаю тебя внимательно. А, да там милишник стоит, я пока отошел, чтобы у тебя экспу не воровать. Ты вроде нормально стоишь, фармишь. Ты главное АФК по таврам не стой, как в начале, все будет хорошо. Ну, вроде фармит, но как-то недолго. Че, он нафидит на врейскинге? Не нафидит. Ты кто? Ты такая сука на огре, это просто ужас. Вопрос, в кого я хочу залазить? В луну или в землю? Главное, вот полетел. У тебя в топе пачка слишком сильно запушена. Слишком сильно запушена, под тавером. Он что, ебанутый совсем? Или он наоборот хотел прибегать, когда она вот здесь? Даштан, Даштан. Пиздец, там жесткое покушение. На Сларка он как-то не нажал нихуя. Хотя мог. Гоэнд. Вот и поговорили. Нихуя себе тут раскачка метавейшая. Сейчас кого-то обвинит. Блять, ну пойдите вы со мной в гейт. В чем проблема? Я же сказал. Это база. Че ты себе шмотки не покупаешь на Гуле? Коплю. И че, ты же можешь шлем купить, ты же все равно армлет будешь покупать. И то верно. Он не знает. Он не знает. Представляете, он реально не знает. Я могу тавер попушить в миде, но я не спушу нихуя, ко мне уже ВРК бежит. Но у них на рыбе говноед лютейший. Руина ебаная на Гуле у нас сидит. Не, не руина, все нормально. Не руина, у нас долбит по всем линиям. Какая хуярь лес. Ну что, хочешь, я могу с тобой побегать, только в этом особо смысла не будет на данном этапе. Блин, вот вроде хочется в керри игрока залезть, но я понимаю, что я у него просто буду крипов пиздить. А я же не хочу руинить, я в целом хочу победить, просто я играю нестандартно. Тяжело. Ну, на Сларке лютый говноед, он очень сильно по ебальнику получает. Фейсбомба с догоном. Не-не-не, Владимир апнули. Пузожитель имба. Ты чё, вообще охуела? Парни, покушение происходит. Блять, надо было вот в этого залезть, я бы смог с нее винран диспелить. Ошибка. Тут Леорик по ДД. Сларк без ебала. Вот и думай на Сларке. Ну, это вообще пиздец. Ну, мы керри вражеского убили. Ты сколько мне урона нанес? Сколько, блядь, ты урона? Ну, ПДД, мы ничего ему не делаем вообще. Ебать, шо это за хуйня? Это честно вообще, кто ты? Гуля пятерка, Гуля пятерка. Ну да, и что? В минуте, блядь, это один спушили на приходит письмом, охуительно.
Все нормально, друг. Сларка убил. Конечно, нормально, ебать, если ты лес бьешь. Я сейчас выйду, через минуты две. Все нормально будет. Там, кстати, никто, кроме Сларка, ни разу не умирал. Yes. Ну, охуя, я не хочу вообще играть, блядь. Не ной, все нормально будет. Вот скаймак умер. Мы сможем ВР-ку как-нибудь убить? В теории. Ну, она пошла фидить. Она умерла. Нормально все, что ты ноешь, видишь, все хорошо. У них Сларк дерьма нажрался. У нас Луна хоть и нажралась, она камбэкнула уже почти. Все нормально. Бля, дай мне 200 голды дофармить, я перестану вообще крипов бить на карте. Все, идем с другом нашим общаться. Смотри, смотри, не тащится. Мы ее убьем после ТП. Подойди сюда на спирите. О, господи. Ой, бля. Джекер не бывает, бля. Ничего бывает. Нормально, я все равно пизда. Рыба. Рыба. Привет, копейка, чек кушал. Соло. По глазам вижу. Что происходит в правом нижнем углу, я не знаю. Если грима поищем. Все, у меня новый носитель, мне похуй. Так, 87 крипов у меня. Пошли, скамага. Охуенно, чё, блядь. Когда это чудище ебучее умудрилось сдохнуть, оно же просто крипов фармит. Они гем не забрали, а где я умер? Чат, где я умер? Я не вижу тут гема, забрали уже все-таки? Нет, а где, блядь? А, мимо вардов прошел. Ну, чат, а чё вы от этих людей хотите? Там в башке пиво. Он просто стоит, а факт. Какой же припиздок, это ужас. Что-то как будто лучше в Сан-Кинге или в земле сидеть. У тебя что-то с башкой не в порядке на Луне немножечко бывает. Ну это же вообще пиздец. Ну как это возможно? Но он же ебанутый. Просто АФК стоит в ульте Скаймага. Я не понимаю. Сколько игр у чела? Как это вообще посмотреть сейчас? Ну это 1500 минимум. Блять, а в ком блять, сидеть? Почему они приходят просто... Ладно, у них вижен походу здесь, блядь, где-то. Там нет вижена. Я здесь чекал? Чекал. Ну, сейчас я не могу туда идти смотреть. Не было там, не было. Ебать, вот эти апсы, это просто невероятно. Только не в райскин. Думаю, что бьет сейчас с атомогами. Как-никак. Идет на Луне. Идет, чтобы соединить. А, не, нормально, не соединяется. Они прям жестко нафидели. На глиняных ногах. Лучше. Нормально, я лучше в Сан-Кинге посижу, он на человека похож хотя бы. Друг, у тебя гем. Бегу в него. Бедный Сларк. С лотусом после Ганима, тут 2000 где-то. Но он гений. Просто местный гений. Он единственный, кто не фидит как бездарь всю игру. Сан-Кинг вышел через Твингейт в бот, чтобы зафармить одну пачку и попиздовать через всю карту в топ. Пешком. Охуеть. Даже пачку не скипнет, просто бежит под фонг. Спортсмен, спортсмен. Пробежал километр, молодец. Вообще ебанутый на... А нахуй ты его. Что-то они пошли по одному просто фидить. Пизда всем на врагах. Прикол в ВК сейчас опять залить. Че с Сан-Кингом? Че он заблудился в одной сосне, бывает такое.
Увековечил в камне, лучший. Ну, пузашитель как будто бы имба, ноль шансов проиграть. Он вышел же на фиде тебе. Просто сейчас вышел в топ. Блять, этот игрок на самом деле. Он вообще больной, за мной Сларк бегает. Вам бы уйти, там 30 стаков у Сларка. А зачем вы по минту пошли заходить, у вас же в топе 2? Потому что похуй всем, друг. Все нормально. Нам нужно топ доломать, потом уже бот эти... Ой, потом уже мид эти ломать. Блять, он на СК забрал. У нас тачек пушит бот. Друг на луне, смотри, там драки какие-то происходят. Я понимаю, у тебя важная контрольная закупка, но у тебя там помоги, и пизды помоги, дают помоги, тиммейту. Помоги. Друг! Мом разбирай! Бля, какой стыд, это просто пиздец. Разбирать там нахуй. Ну там важно, он сначала один предметик купил, потом второй купил, потом нашел в инвентаре мом, потом пытался нажать, как его разобрать, потом разобрал, потом думал, что включить сборку. Сначала включил у маски, не получилось, потом включил у палки, собралась бабочка и побежал сразу. Все нормально. Бля, какая же дурка. У него все было, он бы убил всех там. Хорошо, блять, как же хорошо, что я сижу в Сант-Кинге, а не в Луне. Просто такой ебанат на Луне, это ужас. Надо попробовать пофайтиться, у нас в центре есть? Ну, почти на Луне среагировал, нажать кнопку, ну бывает, бывает. Друг на Луне, смотри, у тебя там какие-то тиммейты вещи делают интересные, пока ты крипов в лесу и башишь. Интересует? Бля, его ультимейты в скелетов каждый раз как в первый. Уж зачем ты бегаешь, ёбаный ты козёл. Нормально, он героя убил. У него нет ульта, это последнее, что у него есть из сейва. У него КД все кнопки на Сларке. Бей домики на Луне, умоляю, хватит пытаться все сосны сосчитать, пожалуйста. Просто спуш, бля, давно бы уже снес им нахуй трон. Пары там убивают. У нас земля АФК встала. А, я же не в Луне, мне похуй. Ты что думал, я в Луне? Где ты сейчас, блядь? Телегу вон катает нормально. Бля, как же им похуй вообще на игру. Всем, кроме Сант-Кинга и земли, просто поебать на матч абсолютно. В полном натуре, блядь, кадры, я в ахуе. Как же хорошо, что я в Сант-Кинге. Это просто пиздец. На Луне человек. Блядь, пробегал весь файт, нахуй. Ёбан. Не снес. Пиздец, кайф. Еще 2-3 упало, еще 5 драк и барак какой-то упадет. Да, я ее не надевал вообще ни разу. Я бегу, живи как-то. Лотус, друг. Бля. Увы. Ебаный урод. Ну ты лотус не нажал, так бы выжил. Как же им насрать ноги, уроды. Нашли все-таки. Ну там вард стоит, из-за этого нашли. Вот тут вард. Куплю новый ге. Охренеть, он сколько он восстанавливается? Полчаса? Нет, подожди, кто-то, блядь, второй гем купил. Там БКБ кончилось на Сларке. Ему очень больно, он умер. Хорошо, мы его убили. Ну, там проблема в том, что все остальные умерли. Сларк, байбэк. Надо уйти. Можете выйти как-нибудь? Надо уйти тебе на Сантинге. Блять, он что, думал гем забрать как или что? Нормально живой. Стоял АФК, пытался гем забрать. Не придумал, что выложить, и убежал.
Там Сларка Егис выбил, ульты нет. БКБ нет, там вообще ничего нет на Сларке. Надо чейзить их, вы их убьете. Юл вместо Лотуса, жалко. А, и Лотус сразу. Там ВР-ки нет еще, на другом конце карты. Это последняя кнопка Сларк. Блядь. Да ладно. А, ну ладно, они умерли оба. Все хобили, найс. Приди на Луне, приди на Луне, помоги ему. Ну, у тебя же больше половины хп, друг. Бля, как хорошо, что у нас на Санкинге гений. Друг на Луне, ну помоги ему, ну господи, ну ты совсем отсталый, что с тобой? Вообще конченый, я вообще хуею с него, реально. Пиздец какой-то тип. Дай ему стан, он же умрет. Такой тип. Так я тебе это говорил на Санкинге, а не ему. Нет, нет, блядь, это пацан. Ну ты убил бы ВР-ку, если бы просто Q в него нажал. Вот этот барак бей на Луне, пожалуйста, вот этот лучший. Успеете все равно, только вот сюда встань на Луне, чтобы тебя не убили, вот сюда переместь. Ладно, похуй. Как удобно. Ну вообще поеду. Показать, что с Луной вообще не так. Там человеку просто насрать на тем, на то, что в игре происходит. На него пока не наорешь, он туда не идет. Но нужно было, чтобы ты... Шарт, имба. А почему у меня кнопка полезно появилась? Я ее не могу нажимать. Она появилась, я не могу ее нажать. А нафига она вот тут нужна тогда? Друг на Луне, можешь, пожалуйста, к тиммейтам побежать своим? Это классно. Давай к тиммейтам. И вместо Деодалуса Сильвер. И будет заебись. Делай. Вон Скаймаг. Ну перед лицом у тебя Скаймаг. Хватит крипов бить. Блядь, это ужас просто. Как же он обожает влетать каждый раз в Рейс Кинга. Я не понимаю, чему нравится так этот герой. Пожалуйста, добей барак. Просто. Лучше. Спасибо за игру. Если вы не хотите, но заставляешь смотреть чат, вы же понимаете, что если вы вдруг не посмотрели на резку и не поставили на нее лайк, и не написали еще в комментарии вдобавок, то вы, скорее всего, будете на моем стриме в пермаче, но вам надо.